Доброе утро, меня зовут Дмитрий Воронков. На этой неделе мы рассказывали о том, как выбрать вашу входную дверь. А сегодня мы подведем итоги. Ключевое требование к любой двери – это безопасность, поэтому она должна быть оснащена сейфовым замком с ригельной системой, желательно с крючком. Также здесь должен присутствовать плотный металл, который невозможно погнуть или поломать, его толщина должна быть не меньше 1,5 мм. Противосъемные штыри, марганцевая пластина и броненакладка на цилиндр – все это сделает вашу дверь недоступной для взломщиков. Дверь должна быть не только безопасной, но и функциональной. Обязательно присмотритесь к возможности функционального ключа, а также к системе перекодировки замка. Комфортность вашей двери вы оцените лишь тогда, когда она будет обладать хорошей звуком и теплоизоляцией. Для этого в ней стоит применять для заполнения экологичный пенополистирол. Сегодня существует большое количество вариантов отделки входной двери. От классического до современного стиля, поэтому вы легко найдете для себя подходящее решение. И помните, выбирая входную дверь, вы решаете не только вопрос безопасности, но и формируете первое впечатление от вашего дома или квартиры.